Тремка, братика Тремка. Владимир Катренко, займите свое рабочее место. Согласно правилам соревнований, в случае нанесения удара ниже пояса дается 1,5 минуты на восстановление. Вот сейчас происходит восстановление. Судья выявляет, был умышленный удар или неумышленный. Если умышленный, идет дисквалификация. Если удар неумышленный, дается предупреждение. Thank you.
в этом бою техническим нокаутом победу одержал Владислав Яденко, «Спартак». Третье место награждается Владимир Гелененко, «Виктория Черкасская».